энтековский бассейн с надувной кромкой. Смотрите, произошла какая деформация. То есть изначально он выглядел вот с такой надувной, с таким надувным краем. Что получилось со временем? Видите, как раздуло. То есть еще пройдет какое-то время, и он может лопнуть в этом месте. Объясняю почему. Потому что пользуемся кремом для загара или от загара. И после принятия душа он полностью не отмывается. Ну и, собственно, все висят вот на этих краях. Крем размягчает пластик. Ну, не пластик, а вот этот полиуретан или что он там, надувной. И получается вот такая фигня. То есть можно определить, где больше всего как бы народ висит, загорает. Вот такая вот ерунда приключилась. Я думаю, что на следующий год он у нас лопнет, скорее всего.